Привет. Что ж, создаем документ. Идем сюда. Забираем отсюда. Копируем, вставляем. У нас вот эта ячейка, если мы сейчас вот так вот сделаем, у нас первые ячейки, они объединены. Выделяем, снимаем объединение. Опять выделяем, нажимаем Ctrl-G, выделить пустые ячейки. Окей, нам подсветилось. Нажимаем Ctrl, ячейку выше и Ctrl-Enter. Вот у нас заполнилось все. Нажали копировать, вставить значение. Теперь пишем равно, если логическое выражение, поиск, искомый текст. Ну, вот пока поставим так. Так, текст для поиска. Так пока оставим. Начальная позиция единичка. Если поиск больше нуля, значит вот эту фигню. Иначе ничего. Осталось значение, потому что нам надо добавить вот эту составляющую. Эту составляющую ставим сюда. Наоборот. Искомый текст идет в начале. А где искать идет дальше. Все. Растянули, применили, получили там, где есть су. Если нужна вторая, там сар, например, тот же самый. Но тут уже, если сработает, ставим или и делаем такую же хрень. Лучше тогда не так. Лучше тогда вот здесь. То есть вот эту же берем, вот эту же копируем формулу. И формулу просто вставляем вот сюда дальше. Только вот тут вместо вот этого су надо поставить сар. Ну и так, в принципе, для всех разновидностей. Опять же заполнили, вставили там, где. Так, почему не находит? А не находит, скорее всего, потому что вот это нестандартное. Либо А вот это у нас, либо С. Скорее всего,
Так, а чем мне нравится-то? То есть, если... Почему-то первое вот это вот не проходит. Видимо, потому что нельзя два поиска использовать. Значит, найти попробуем тогда. Найти. Искомый текст. Просматриваем текст. Начальная позиция. И тут найти. Значит, так не работает. Значит, тогда вынесем. Вот эту часть просто вынесем. Просто получается, что поиск не умеет работать. Нет. Смотри, значит, составная часть есть. Потому что не обрабатывается ошибка в значении. Значит, вот эту вот букву S надо поменять на что-то нормальное, а не составное. То есть, например, на, скажем, не SAR будет. SAR заменить на SAR и вот так напишем, например, SAR. Тогда все должно нормально заработать. Все равно значит. Ну, оно-то заработало, только... То есть тогда вот эту часть обратно вот сюда вот вставляем. Да, знаешь, действительно не обрабатывается правильно. Ну, не обрабатывается, и ладно. Типа так.